представляю 6 экипажей бортов сопровождения, летчики 929-го Блица. Добрый день. Добрый день. Полковник Назаров. Полковник Цой. Майор Гуськов. Полковник Волосков. Добрый день. Вы давно здесь слушаете? Давно. Сколько же? Больше 10. Больше 10. Все? Больше 10. По-разному. По-разному. 18. Ну, а в авиации сколько же? Больше 20 уже. Ну, у всех, наверное, 20, да? 30 лет в следующем году. Да. У меня лично. А у вас сколько? У меня 17 лет. Что ж, ты же не был. Эта работа непростая, но, наверное, самая сложная. Новую машину ставить не пробовали. Хорошая машина, нравится? Ну что, проходит испытание, поэтому пока еще не все проверимо, оценено. Ну, подскажете, изготовителю, что там нужно? Подсказываю постоянно. И что-то выявляется, конечно, в ходе работы, да? Да. Очень хороший скачок в будущее. Да. Нужно, чтобы она была самая лучшая в мире. Для этого мы здесь и находимся. Да. Стараемся. Нам нужна именно такая машина. Ну и, конечно, мы очень рассчитываем на вас, на ваш профессионализм, чтобы вы вот эти тонкие вещи, детали производителям подсказали. Ну, собственно говоря, вы знаете, что нужно делать. Давно этим занимаетесь. Будет лучше, лучше, лучше. Красиво очень. Самолет сопровождали. Потом смотрю, разошлись в разные стороны, да? Это задумка была. Хотели с обоих сторон вот вас показать. Я знаю, что решение министра категоричности для вас повышено. Да? Это как результат и повышение зарплаты. Сколько у вас сейчас?